как плохо, когда нету в быстром доступе ножа канцелярского. А вот здесь как раз он потом будет лежать. В общем, друзья, вот так. Не стал я ждать, когда мне вернут украденные мои инструменты, которые лежали вот в таком ящичке. Вот. И заказал себе новый. Не знаю, насколько он будет качественный, но какой-то он мягенький. Ну ладно. Давайте сегодня поговорим об инструментах для монтажа, допустим, солнечных станций. Вот, и о его стоимости. У меня часто спрашивают, ну, люди интересуются, да, как, что нужно для того, что, ну, начиная от какие знания нужны, да, для того, чтобы производить монтаж солнечных, ну, и ветроэнергетических установок, так и инструментарий, какой необходим. Вот, ну, как, в общем, и в любом деле, тут есть специфический инструмент, а есть инструмент, который применяется в любых других, да, работах. К примеру, у меня нету сверел по кафелю, да, потому что, ну, они не нужны мне, но его нужно закупить для каких-нибудь там разовых в год работ. Вот, но опять же, это качественный инструмент закупается даже в таком случае. Ну вот смотрите, к примеру, не использую сверла для кафеля, но у меня есть большой набор сверел для металла. Вот, конических этих сверл морковок, да, которые называются они. Вот. И сверла также в диаметре от минимум там четверки, вот, и до 12-х, там 14-х, ну, что позволяет патрон переходной зажать в любую дрель. Вот. Такие сверла большие нужны для чего? Объясню. Отверстия те же самые, крепежки ветрогенераторов дополнительные иногда просверливаются, либо в другом месте под болты, иногда вагончики большими сверлами, не коническими, а именно длинными. Вот, нужно проходить насквозь с одной стороны. Соответственно, коническое сверло, оно короткое, ну, поняли, это морковка, нельзя. Ну, к чему я говорю? Вот смотрите, у меня, ну, кто постоянные мои зрители знают, у меня украли переноску, вот, которую я вам сейчас показал, с инструментом. Вот. И когда у меня сотрудники полиции начали спрашивать, ну, стоимость ее, я говорю, ну, не меньше 20 тысяч рублей. И все такие, вы что, какие там 20 тысяч рублей? Я им объясняю, что, понимаете, там только сверел было, ну, минимум 10 штук по 500-800 рублей. Вот и посчитайте, там 5-8 тысяч только на сверлах. Не говоря уже, ну, еще плюс сверла конические, плюс был специнструмент, отвертки специальные. То есть, да, можно купить, конечно, обычный наборчик вот за 2,5-3 тысячи отверток, да, вот. Но я же не покупал их как в наборчике, в дешевом, да. Я покупал отдельную отвертку, блин, за 400 рублей, там, допустим, для затяжки, специальную отвертку, обращу ваше внимание, для затяжки болтов, да, клемм на автоматах. Вот наших обычных DC, оси, короче, автоматах. Вот, да, друзья, там применяется специальная отвертка, ну, диэлектрическая, плюс еще со специальной, ну, этим рисунком биты, короче. Вот. Не говоря уже о куче бит. Биты тоже разные бывают. Есть биты, блин, за 50 рублей, которые вы выкинете, закрутив буквально пол объекта, прокрутив шурупы, да, в этот, как его, в кровлю, закрепив рельсы. Я сейчас говорю о специфике конкретно своих, да, работ. А можно купить биту, блин, за 800, там, за 1000 рублей. И она у меня служила там, сколько, года 3-4 легко, пока ее не украли. Вот. То есть куча бит маленьких. Вот говорят люди, да что ты там засунул в этот, в такую маленькую коробку. Так в том и дело, маленькая битка 800 рублей. Если только этими битами засыпать этот ящик, там будет не меньше, чем на 80 тысяч. Вот. Дальше, комплект ключей, да, рожковых, накидных. Вот, ну не накидных, а как это, набор был у меня от там восьмерки до 17-19, по-моему, там даже были, потому что я не могу сейчас найти 22 и 24 ключ, по-моему, он тоже лежал в этой же переноске. Вот, то есть, друзья, вот в такой маленькой переноске реально может у вас находиться
инструмента на 20-30 тысяч рублей. Я уже не говорю о том, что сверла, которые там были, это сверла еще от моего отца. То есть это советской стали, первое, это советской стали, да, еще инструмент. А второе, это память. То есть каждый раз, засверливая какое-то отверстие, я вспоминал своего отца, говорил ему: батя, спасибо тебе, что ты, короче, оставил мне это вот в память, да, в подарок сделал в свое время. Вот. Я же не буду сотрудникам полиции говорить, что это вообще бесценный для меня инструмент. А там было много инструмента действительно еще от отца. Старые там плоскогубцы, они уже без изоляции на одной из этих, как его, из ручек. Но я работал ими, потому что это были инструменты, были плоскогубцы, подарок отца еще там советских времен. Я же не буду сотрудникам полиции говорить, насколько мне эта память, да, дорога. Вот эти морально-этические лилику там разэтывать. А для них это плоскогубцы, которые стоят вон на Озоне за 200 рублей можно купить. Но это не так, потому что даже плоскогубцы, плоскогубцам рознь. Можно одними плоскогубцами, которые были у меня, зажать гайку, да, и прокручивать, и зубчики там, вот эта выточка на губках, она останется целой. А можно современными плоскогубцами прокрутить гайку, и эта гайка срежет все эти зубчики, выточки на губках. И просто потом это будет уже не плоскогубцы для зажима, а не поймячок, короче. Вот какие-то две железки. Понимаете, то есть физику стоимости оборудования какой? Не говоря уже там, допустим, что тот же обжим, та же обжимка, допустим, кремплер, нет. Ну, короче, наконечники обжимает. Можно купить, допустим, обжимку четырехгубочную на максимальный диаметр шестерку, да, будет стоить, допустим, там 1500 рублей, самый дешевый инструмент, да. Вот, можно и дороже найти. А можно сразу купить инструмент на, допустим, зажим 16-го наконечника НШВИ, вот. И там шестигубочный, допустим, более качественно будет, во-первых, зажимать, во-вторых, будет более универсальный инструмент. То есть вам не нужно два держать там до 6 или до 10 диаметров, да, а потом от 10, там, допустим, до 16 или до 25. Вот. А сама эта обжимка, она маленькая, она точно так же спокойно помещается туда. И уже не говоря о том, что еще ценность, да, этого конкретного комплекта, этой переноски с моим инструментом, да, и вещами, мелочевкой всякой, в чем? А в том, друзья, как раз таки, что это наработанный инструмент. Именно на объектах он выверен. Там нету ничего лишнего, но есть очень много того, что позволяет не бегать потом на объекте и не рвать волосы, да, и говорить: блин, забыл биту, как теперь их закрутить? Вот там большие шурупы, да, или там, допустим, две биты кровельных саморезов. Есть на 8, есть на 10. У меня всегда было на 8, и я работал на 8. И любой вам кровельщик скажет, что бита для кровельных саморезов – это восьмерка. А вот в альтернативной энергетике для крепления солнечных панелей, рейлингов, да, там шурупы вот эти вот для дерева, да, прикручивать стойки, извините, там все шляпки на 10, понимаете, то есть там у меня была и восьмерка, и десятка. А представьте, если этой биты нету на объекте, ты приехал, а ее нету. Все, ты как дурачок ключом накидным пытаешься сначала молотком пробить, а потом вот это вот кручение такое в извращенном виде. Я просто знаю, о чем я говорю. Один раз я приехал так на объект без этой биты. Вот. А ехать, допустим, с объектов 200 километров назад, а это где-то в полях. А это еще суббота-воскресенье, что нельзя ее в хозмаг поехать купить в поселок где-то там в 40 километров от объекта. Представляете, да? То есть такой набор инструментов и его кража, она именно нанесла не только вот в материальном выражении, да, урон мне, моему делу, да, но именно еще и наработанность всего этого комплекта такая вот длительная. Сейчас я, конечно, вот буду формировать точно такой же,
набор, опять все вспоминать, где что лежало, туда все укладывать. Вот. Но опять же, купить сверла за 100 рублей или купить сверла по 1000 рублей, это уже другой вопрос. Вот. 10 сверел, 10 тысяч рублей мне нужно отдать. Может быть, в наборе в таком, в хорошем, будет там, он будет стоить, ну, 4-6 тысяч рублей. Сверла хорошие, друзья, понимаете, не вот этот алюминий, который, как я на Озоне читаю описание к товару, к сверлам тем же, типа предназначение деревами, этот пластик, композиты и мягкий металл. Прям реально описание — мягкий металл. Вот так вот. Не говоря, друзья, я дальше возвращаюсь к инструментарию, да? Вот, то есть, да, допустим, тот же гидравлический пресс, это отдельная коробочка, ее, слава богу, не утащили, да? Те же обжимки универсальные для MC4 коннекторов, слава богу, их не утащили. Я обычно эту обжимку ложил в эту же переноску, да? Вот, а ее... Ну, не поленился, так скажем, и переложил в упаковку непосредственно для обжимки. То есть, слава богу, ее не утащили. Вот. Много таких вот, говорю, вещей. Потом, ну, то, что дрель вам необходимо в любом случае, перфоратор нужен в любом случае, вот, проходить стены, да, с набором сверел. Вот. Также, опять же, вот тоже там были сверла по шестерке, для перфоратора и для дрели, вот, ну, поняли, для зажимов просто в дрели с шестиугольным, короче, хвостиком, так скажем. Тоже сколько я намучился с этими сверлами, понимаете? Сейчас купить нормальное сверло по бетону, вот, по бетону, не по кирпичу обращаю, такое ощущение, как будто бы они все по кирпичам, а именно по бетону, потому что вот объект у меня был Волгодонск, да? Там панельный дом еще советского производства, да, из панели составной вот такой вот. Так там, короче, просто дрелью и обычной, не битой. А, у меня дрель, кстати, с битой. Я так и не смог углубиться под закладную, да, сделать шестерочку всего лишь. Пришлось брать большой перфоратор, большое сверло, шестерку, ну, с хвостиком для перфоратора, и именно большим перфоратором просверливать эти там 3-5 сантиметров, да, углубления для дюбель гвоздя, чтобы повесить инвертор. То есть вот такие мелочи, сотрудники полиции мне, да, говорят, да откуда вот там 20 тысяч рублей. Но это как бы показывают просто, ну, их незнание, да, о стоимости инструмента. Ну, им это и не надо знать, да. У них другой инструментарий для работы. Вот. Поэтому, чтобы вы понимали, хороший инструмент стоит дорого. Часто лучше и дешевле в итоге купить дорогой инструмент и пользоваться им длительно, чем дешевый. Вот. И, ну, я, знаете, как это скажу, даже не инструмент, да, а оснастка. А инструмент — это дрель, вот, или шуруповерт, да, а вот оснастка для этого шуруповерта — это вот те как раз таки биты, короче, и насадки всякие. Вот так, друзья. Поэтому это вот мой вопрос, что, как и сколько стоит оборудование для монтажа электростанции. А так очень много мелочи всякой, говорю, которая, ну, не всегда даже электриками применяется. Вот. То есть обжимка «Ласточкин хвост» им не нужна. Вот. Ну, бывает, не нужна, да, но я ни у кого не видел. Потому что у кого я не спрашивал, есть «Ласточкин хвост» у электриков, они все такие у виска крутят, ты что? Что это такое вообще? То есть они даже не знают. А MC4 коннекторы обжимаются только обжимкой «Ласточкин хвост». Ну, это так называется фигура. Я не могу вам сейчас показать ее в виде фотографии. Вот так, друзья, ездят тут рядышком. Ну вот, вот такая история. Ответ на вопрос, почему стоит маленькая упаковочка инструмента и оснастки 20 тысяч рублей, и то это меньше. Я сказал меньше, потому что мне
не до воспоминаний было, что там конкретно и до перечислений. Я, конечно, когда писал о том, а что украли, я написал комплект этого инструмента. Набор сверел, набор этих ключей, набор отверток всяких. Вот. Но это все так, дешевые инструменты, дешевые наборы, они вот на Озоне найдут, купят там, да, и реально может быть там не быть этих 20 тысяч, ну, по мнению экспертов. Конечно, если это все изымут, вот, и мне вернут, то тогда можно будет проводить экспертизу, что это за сверло, какая его реальная стоимость и все остальное. Но это если... Я понимаю, что 20 тысяч это не те деньги, чтобы из-за них там сильно заморачиваться. Но, говорю же, первое, память об отце украли. Вот. И второе, удобство и проработанность вот этого набора инструмента тоже украли. А расскажите, сколько стоит ваш инструмент, вот суммарно, который бы мог поместиться вот в такую маленькую переноску? Мне просто интересно, может быть, я вообще еще тут нищеброд, у которого всего лишь 20 тысяч рублей помещается в такую переноску. Может быть, у вас существенно больше сумма, которая туда помещается по оснастке. Ну ничего, буду восстанавливать. Все, на этом видео заканчивается. Вот такая вот небольшая лирика. Вот. Всем пока, до новых встреч.